Всем привет! В этом видео вы узнаете об одном очень интересном событии, которое будет проходить в следующей версии, а также о наградах и требованиях для него. Всем приятного просмотра! В одном из уголков Порт-Ормоса вы с Паймон встречаете друзей, с которыми познакомились во время первого турнира Укротителей. Кубок Лотоса не отпала. Сейчас они готовятся к следующему турниру и для этого придумали новую игру, с помощью которой можно продвигать турнир. А новая игра — это по сути коллаборация двух старых ивентов. Театр Механикус — это событие уже проходило много раз, и эпичное побоище Плесенников из обновления 3.2. Для участия необходимо достигнуть как минимум 30 ранга приключений, а также завершить задание архонтов приближения новой звезды. Ну а в событии мы будем на стороне Плесенников, управлять ими и помогать сражаться против башен Механикусов. В нашем телеграме вы можете прямо сейчас зайти и посмотреть демонстрацию геймплея данного события, чтобы лучше понимать, о чем идет речь. На ютубе я такое показать не могу. Башни нужно ломать, используя навыки Плесенников, а после начала события ежедневно будут открываться новые уровни. Ну а в награду за такое событие мы получим 420 примагемов и другие полезные материалы. Точная дата события пока что неизвестна, но точно не раньше 1 марта. Все-таки это аж следующее обновление. Напишите в комментариях, как вам идея объединения двух легендарных ивентов Театра Механикуса с эпичным побоищем Плесенников. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!